Внимание, поиск. Разыскиваются родственники Сюсюкова Александра. По многим причинам 333 пары развелись в Балхаше за прошлый год. В Балхашском городском суде подведены итоги 2021 года. В прошлом году в работу поступило 124 уголовных дела. Это на 19% меньше в сравнении с прошлым годом. Всего за 12 месяцев 2021 года окончено 133 уголовных дела, из них прекращено 17%. Кроме того, за прошедший год в апелляционном порядке рассмотрено 16 уголовных дел. Также за период 2021 года в суд поступило 50 обращений из городской службы пробации, 24 из которых рассмотрены судом. В конце года законом Республики Казахстан было внесено изменение и дополнение в законодательные акты по опту. По гражданскому делу в городской суд поступило свыше 2000 заявлений. Статистика увеличилась на 274 дела по сравнению с прошлым годом. Увеличение количества поступления исков связано с действием режима ЧП из-за пандемии и карантина. Число оконченных гражданских дел в текущем периоде увеличилось на 5,3%. За 12 месяцев 2021 года окончено больше 1700 дел. Стоит отметить, что граждане, имеющие жалобы, не выходя из дома, могут подать исковые заявления через систему судебных кабинетов. Согласно статистике, в 2021 году 96% всех поступивших исков осуществлялось через систему судебных кабинетов. Эффективность в том, что направившему обращение гражданину приходит СМС. Далее регистрируется в городском суде и автоматически назначается судья. Каждое действие судьи, каждое решение отражается в зале суда. Все, что вам нужно для этого сделать, ввести свой ИИН и номер телефона для регистрации. Карагандинская область вошла в желтую зону. За минувшие сутки в Балхаше зарегистрировано 3 новых случая коронавирусной инфекции. По состоянию на 15 февраля под наблюдением врачей находится 51 человек. В инфекционном стационаре лечится 31 пациент. В отделении реанимации зарегистрировано 4 пациента в возрасте от 71 до 86 лет, находящихся в тяжелом состоянии. Также под амбулаторным наблюдением врачей находятся 32 человека. В связи с тем, что область сегодняшнего дня вошла в желтую зону, предполагается смягчение карантинных мер, но соответствующее постановление будет вынесено не ранее 7 дней после перехода из красной зоны в желтую. 333 пары развелись в Балхаше за прошлый год. Специалисты отмечают, что это на 14 больше по сравнению с 2020 годом. Среди наиболее частых причин расторжения браков – финансовые проблемы и непримиримость характеров. Мы решили узнать мнение горожан по поводу такой статистики. Обстоятельства жизненной ситуации сейчас очень сложные в стране, по политическим данным. Ну, характеры, может быть, там. Ну, всякая причина может быть, конечно. Может, поторопились, не познали свои чувства друг к другу. Молодежь, она хочет все и сразу. Поэтому молодежь часто разводится. Я думаю, что причина ранние браки. Неблагоприятная экономическая обстановка. То, что много кто делает свадьбу в кредиты, потом нечем платить, соответственно, начинаются ссоры. Поэтому люди разводятся. А также не сошлись характерами, слишком быстро поженились, не узнали друг друга получше. 600 пар связали себя узами брака в 2021 году в Балхаше. Это на 12 меньше, чем в 2020. Среди 600 новых ячеек общества 15 выбрали себе в качестве спутников иностранных граждан. Две пары в возрасте 16 и 18 лет зарегистрировали отношения официально. Отметим, что в 2020 количество ранних браков достигало 5. На прошлой неделе в поселке Шашубай рыбаки подняли вопрос относительно проверки незаконных штрафов. 9 февраля состоялась встреча жителей поселка Форт-Адирисента Сарала Гжайдак Саршаган и Акима Актугайского района. Повестка дня – незаконные штрафы за рыбную ловлю и постоянные проверки уполномоченными органами. Человек родился в Саяке, я, например, в Шашубае. Я кроме озера ничего не видел. И мне такие правила устанавливают, которые подталкивают меня, якобы я должен уехать в город, где я могу не нарушать законы. Разве так можно? Это не только касается именно рыбалки, даже животноводства. Вот мы судимся третий год.
Со слов жителей, в последнее время сильное давление ведется на рыбаков села Тасарал, что усложняет местным жильцам добывать рыбу, так как это их основной заработок. Главным орудием промысла были китайские сети. С ноября месяца рыбаки подали запрос на ловлю рыбы запрещенными снастями. Но они вне закона. Кроме того, рыболовы хотят рыбачить в любой части озера. Нам надо что, чтобы вы наладили правильную программу для рыбаков. Вот вы говорите, что вы можете, то есть программа для садков, там выращивания и так далее, и так далее. У нас проблема в чем? Сейчас наша проблема в чем? Люди рыбачат только на китайские сети. На капронке это нереально. Это раз. И потом вот в частный, вы говорите, участки вы даете. Вы говорите же, вы не владеете ситуацией. Я вот здесь, да, например, на Шашубае рыбачу, вы мне можете дать вот этот участок, да? Но на этом участке нету рыбы. Зачем мне его по тендеру выигрывать, если рыба, я знаю, что есть на юге, на том участке. Я тут поеду же туда же, правильно? Я туда поеду, где рыба, а не там, где ее нет. А зачем мне этот участок, например? Жалобы неудовлетворенных рыбаков на совещании слушал аким Актугайского района, руководитель Балхаш-Алакольской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства, начальник отдела природоохраны и полиции Карагандинской области и руководитель отдела Балхашской рыбной инспекции. Как объяснили слуги народа, заявленные требования жителей не должны превышать рамки законов. Здесь совершается преступность. Китайские сети запрещены законом, так как срок их разложения исчисляется десятками, если не сотнями лет. И все это время в них попадает рыба без шансов выбраться, умирает и гниет, что не самым лучшим образом сказывается на экологии водоемов и приводит к убытку водной фауны. Мы должны не только добывать ее, но и обязаны сохранить. Согласно вопросам, были даны разъяснительные ответы со стороны уполномоченных органов. Также в целях комплексного решения данных вопросов будет проведена повторная встреча с жителями поселков. За дальнейшими развитиями событий рыбных промышленников следит съемочная группа «Уркин Медиа». В Балхаше задержан домушник. 3 февраля в отдел полиции поступило заявление от 45-летней жительницы города. Женщина сообщила, что несколько дней находилась в гостях. Воспользовавшись отсутствием хозяина дома, вор похитил холодильник, стиральную машину, газовую печь и газовый баллон. Общая сумма ущерба составила 167 тысяч тенге. 10 февраля в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали 27-летнего мужчину. Подозреваемый дал признательные показания. Вещественные доказательства изъяты. Возбуждено уголовное дело по статье 188 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Около 700 метров запрещенных сетей обнаружено на бухте Бертыс. Сотрудники Балхашской рыбной инспекции совместно с департаментом полиции Карагандинской области в ходе рейдовых мероприятий на акватории озера Балхаш выявили 7 случаев нарушения природоохранного законодательства. В результате рейда в бухте Бертыс обнаружены запрещенные орудия лова, то есть сети изготовлены из полиамидных мононитей моноволокна. В настоящее время производится их выемка, рыба в живом виде отпускается в озеро. В дальнейшем рейдовые мероприятия будут продолжаться. В рейдовом мероприятии задействовано около 10 сотрудников. Специалистами в бухте Бертыс обнаружено и извлечено 700 метров запрещенных китайских сетей, опасных для окружающей среды. В мелкой синтетической нити удерживается не только крупная рыба, но и сигалетки, что в дальнейшем приводит к неустойчивому состоянию рыбной популяции, влекущей за собой истощение рыбных ресурсов. Пойманный молодняк в снастях сотрудники рыбной инспекции выпускали обратно в озеро. Помимо рейдовых проверок проводится и оперативно-профилактические мероприятия. Сегодня сотрудниками полиции совместно с представителями Балхашской рыбной инспекции проводят рейдовые мероприятия по незаконному вылову рыбы на участке 49-3. Данная территория принадлежит фирме «Балхаш Балык». Эти работы будут продолжены. Разыскиваются родственники Сюсюкова Александра. 12 февраля возле городского акимата жителям был обнаружен мужчина. Вечером Александр был доставлен в центральную больницу Балхаша в отделение травматологии. Его дальше принял уже дежурные врачи. У него было отморожение левой кисти, и в ходе дальнейшего обследования выявилось, что у него еще инсульт неизвестной давности. Пациент полностью не разговаривает, контакту недоступен, он не понимает обращенной речи. Он не понимает письменной речи, своих данных,
своих каких-то имени, фамилий, он ничего сказать не может, ни адреса. Только сегодня удалось установить личность мужчины. Им оказался Сюсюков Александр Алексеевич, 68-го года рождения. Мужчина без определенного места жительства, документы на него не оформлены. В данное время разыскиваются близкие и родственники Александра. Приметы – худощавое телосложение, на левой части груди имеется татуировка. То есть пока лечение он будет получать у нас в отделении, ну, до полного выздоровления, а потом уже, если найдутся родственники, уже родственника дадим. Если нет, то тогда, наверное, социальные службы будем подключать к этому. Айсултан стала самым популярным именем среди мальчиков в 2021-м Балхаше. Стоит отметить, что оно в топе лидеров уже второй год подряд. По данным городского отдела ЗАГСа, в прошлом году в тренде были имена Айсултан, Амир, Амре, Жантуре, Ибрагим и Ислам. Среди девочек лидируют имена Айлин, Айала, Аслам, Медина и Раяна. Редкими именами прошлого года признаны Айратхан, Альфинур, Сальсабиль и Мурагер.